Девчоночки, всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня я хочу показать вам третью часть своего заказа по шестому каталогу 2016 года в компании Faberlic. Кому интересно такое видео, я вас всех приглашаю к просмотру. Девчонки, уже даже не думала делать третий заказ по шестому каталогу, но так как в начале каталога у меня мои клиентки заказывали у меня краску, это стойкая CC крем-краска с маслом амлы и аргинином, сейчас на ней очень хорошая цена, всего 119 рублей. Многих оттенков не оказалось на складе, но все вы знаете, что если какого-то оттенка нет на складе, когда вы делаете заказ, когда пробиваете количество, и у вас, если товара нет, то есть такое окошечко красное, уведомить о наличии. Нажимаете на это окошечко, и вам приходит смс-сообщение на ваш номер телефона, когда данный товар поступает на склад. И вот мне пришли смс-ки о том, что товар поступил на склад, и, конечно же, я решила сделать третий заказ. Заказали мне, девчонки, краску, это ультраосветляющий блонд жемчужный, очень нравится этот оттенок, девушка берет, я не знаю уже какой раз его, понравился, говорит, что окрашивает без желтизны, поэтому довольна этим оттенком. Дальше, девчонки, заказали у меня два оттенка горячий шоколад, то есть это каштан шоколадный, и один оттенок такой краски черный. Так что я своих девчонок порадую, что удалось им по хорошей цене все-таки урвать для себя эту краску. Я уже говорила вам, что сама я краской этой не пользуюсь, но моим клиенткам она очень нравится. Дальше, девчонки, следующее, что я дозаказывала, также не было на складе, заказывала у меня девушка для своей доченьки. Два вот таких вот лака из детской серии. Первое я показывала вам в первой части. И лака в оттенке фиолетовой не было. Но вот он поступил на склад, и я его дозаказала. Артикул 7187. Вот так вот он выглядит. Очень красивый, яркий. Для маленьких своих модниц берите. Сейчас, по-моему, тоже в каталоге на них неплохая цена. Дальше, девчонки, следующее, что было в моем заказе. Конечно же, одной краской не обошлось, поэтому я еще раз пролистала каталог и решила сделать дозаказ для себя тех продуктов, которые сейчас идут по хорошей цене, либо по бонусу за покупку. Взяла я, девчонки, два для себя тоника в запас. Это у нас тоники из серии Airstream. Серия у нас называется кислородный решейпинг. Это серия для кожи, потерявшей упругость, потерявшей тонус, для восстановления объема кожи, упругости, то есть для тех людей, кто сидит на диете, кто занимается спортом, это отличные продукты. И пока была смешная цена 99 рублей в каталоге, конечно же, я решила взять. Здесь объем 200 миллилитров и артикул 0221. Это тоник-активатор, который имеет в составе специальные агенты проникновения, усиливает действие крема и придает коже тонус, а также мгновенно увлажняет и освежает кожу. Так что продукт, девчонки, я зимой этой серией пользовалась, мне она очень понравилась. В следующем седьмом каталоге будет хорошая цена на крем из серии Решейпинг. Дневной и ночной крем будет стоить вместе всего 299 рублей. Поэтому, кто не брал, присмотритесь. Пока еще действует шестой каталог, можно сделать для себя запасики и потом уже приобрести крем. Еще мне очень хочется попробовать серию Решейпинг вместе с сывороткой. Это сыворотка из серии Эксперт с коллагеном. Сыворотка наносится под дневной ночной крем. Я думаю, что если использовать вместе, то эффект будет еще лучше. Попробую, потом, девчонки, вам обязательно расскажу свои впечатления. Дальше следующее, что я заказывала. Также, девчонки, можно было по распродаже. У нас на втором шаге заказа в промо-акциях для консультантов. Вот иногда, когда делаете заказ, просматривайте, бывают акции распродаж. Так вот, раз в акциях распродаж были у нас чаи из серии Origin. Мне эти чаи очень нравятся. Здесь 100% натуральный продукт, без добавок ароматических и без красителей. Здесь у нас 20 фильтр-пакетов, у которых объем 1,8 грамма. Я взяла для себя чай с чабрецом, свой любимый, и решила еще взять черный чай с шиповником и каркаде. Мне он тоже понравился, такой вот приятный послевкусие, тем более была отличная цена. Для меня они вышли меньше 50 рублей, поэтому, конечно же, почему же не взять данные продукты. Дальше, девчонки, следующее, что я взяла
по бонусу за покупку решила взять для себя в запас еще две зубные пасты «Свежая мята». Также была отличная цена. В каталоге, по-моему, не 59 рублей. Для консультантов выходят копейки. Паста отличная. Вы знаете, я пробовала из этой серии ягодную, но как-то ягодная меня не очень впечатлила. Ну, она больше подойдет, наверное, все-таки вот для деток, для тех, кто любит такие вот ягодные привкусы в зубных пастах. И еще есть цитрусовая. Но все-таки почему-то пожалела, что не взяла цитрусовую на пробу, так как я ее еще не пробовала. Ну, а эта паста мне понравилась. Очень хорошая. Прекрасный такой вот мятный вкус у нее. Я бы сказала, что здесь прям не такой вот, вы знаете, насыщенный мятный вкус, который вот прям сильно охлаждает. Такой вот средний, но он и не слабенький, поэтому в принципе нормальный. И за такую цену паста очень хорошо пенится. Я вам во второй части видео показывала. Девчонки, пожалела даже, что взяла по бонусу. Можно было мне еще взять, но что-то я сглупила. Взяла всего две пока. Вот так она открывается. То есть здесь удобная крышечка. Очень понравилось, пользоваться будем с большим удовольствием. Тем более, знаете, сейчас если пойти в магазин, то пасту за 50 рублей или в районе 50 рублей более-менее достойную вы вряд ли найдете. Вы сами знаете, что какие сейчас цены в магазинах на зубные пасты. Дальше, девчонки, следующее, что я для себя заказала. Сейчас у нас в каталоге также по акции идут средства по уходу за ноготками. Если вы берете два продукта, то каждый продукт выходит у нас по 119 рублей. А для консультанта, конечно, эта цена меньше 100 рублей. Поэтому я решила, что мне все надо. И, конечно же, я для себя возьму продукты эти. Взяла, девчонки, первый раз я вот такое средство. Это у нас сыворотка для кутикулы в артикуле 73,98. Она имеет такие вот вкрапления. Здесь хороший состав у этого продукта. Также здесь такая вот лопаточка имеется. Лопаточка эта не мягкая, она такая вот жесткая. Но аромат, девчонки, настолько приятный. Она пахнет какими-то вот конфетками, цитрусами. Приятный аромат. Я сегодня попробовала нанести на кутикулу на одном ноготке. Вы знаете, она прекрасно увлажняет, прекрасно смягчает кутикулу, прекрасно потом можно ее отодвинуть. Поэтому продукт мне очень понравился. Пожалела, что взяла одну. Пока акция, все-таки нужно, наверное, было сделать запас. Еще подумаю, может, в конце каталога еще дозакажу. И эти продукты у нас, по-моему, идут на 120... Сейчас вам скажу, какой страничке... Да, на 127 страничке. Тут эти продукты. В серии Skyline вышла обновленная версия. Раньше такой продукт у нас был в старой версии. Сейчас он вышел у нас в обновленном, в новом дизайне. И у нас указано, что это увлажняющий гель для размягчения кутикулы. Питает и глубоко увлажняет ногтевую пластину благодаря пантенолу и глицерину. Стимулирует рост ногтей. Так что вот такой отличный продукт. Здесь, девчонки, глицерин и пантенол стоят в составе на первом месте. Поэтому я думаю, что продуктом я останусь очень довольна. По первому впечатлению мне очень понравился. И второй продукт, который я взяла, я его хвалила в видео. Это у нас вот такой продукт. Он немножечко мутноватого цвета. Это у нас защитная основа под лак. Придает ногтям прочность, предотвращает их обезвоживание. Наносите на чистые, сухие, ничем не покрытые ногти. Мне очень понравилось. Я в старой версии, девчонки, использовала один флакон. И я осталась полностью довольна. И вам всем советую этот продукт к покупке. Здесь хороший состав. Здесь в составе нет формальдегида. Этот продукт прекрасно убрал желтизну с моих ногтей. Поэтому я осталась очень довольна. Вы знаете, за месяц использования желтизна с ногтей моих ушла, ногти стали более однородные по своему слою. Конечно, они на кончиках еще слоятся, но я надеюсь, что когда совсем вот с кончиков сойдет желтизна, то все-таки ногти мои восстановятся. Поэтому я продуктом очень довольна, и пока хорошая цена, девчонки, берите, не раздумывайте, используйте как основу под лак. Я думаю, что вы не разочаруетесь. Я прямо сейчас взяла, убрала все лаки, которые у меня были от других фирм, и стала использовать именно защитную основу под лак с лаками Faberlic. И вы знаете, через месяц вот я заметила результат. Я в пустых баночках вам расскажу. Обязательно сниму отдельное видео и более подробно остановлюсь на этом продукте. Так что приобретайте, пока
они по акции идут, потому что если посмотреть, то полная цена за этот продукт 179 рублей. Я, девчонки, приобрела практически за эту же цену два продукта, поэтому сейчас это по шестому каталогу получается очень выгодно. Дальше, девчонки, следующее, что было в моем заказе. Но, как всегда, куда ж без помад. Всегда, вы знаете, начинаешь делать заказ, когда просят тебя клиенты, вбиваешь, потом так, ну себе чуть-чуть что-нибудь да закажу. И начинается так, и вот это мне надо, ага, и вот это по акции пока надо в запасик взять. Так что, наверное, все мы женщины такие. И, девчонки, что я для себя взяла? Смотрела я на эту помадку. Мне эта помадка понравилась, показывала Катюшка Путякова. Катюша, если смотришь, тебе большой привет. Это оттенок у нас летний коралловый. Он самый последний. Это новинка шестого каталога. Помада, которая вышла в серии Афродита. Эта помада у нас для лета. Содержит в себе SPF фильтр 20. Всего вышло 5 оттенков. В первой части заказа у меня есть оттенок сочный ягодный. Мне он очень понравился. И, девчонки, я люблю на лето очень коралловые оттенки помады. Конечно же, я не удержалась. Думаю, возьму, пока есть она на складе. Вы знаете, мне она настолько понравилась. Я ни капельки не разочаровалась. Помадка как бальзамчик. Если наносить ее в один слой, она смотрится как полупрозрачный блеск. Можно носить ее в несколько слоев, тогда смотрится ярче. Сегодня эта помада у меня на губах. Она очень красивая. Такой вот освежающий летний оттенок. Он очень нежно ложится на губки. Красиво переливается, красиво поблескивает, в нем нет каких-то вот блесточек. Помада шикарная, девчонки, она очень мягкая, для лета будет самое то. Помадка не растекается, никуда она у вас не девается. Примерно часа 2,5-3 она держится на губках. Конечно, потом нужно обновлять, но я осталась полностью довольна. И хорошая приемлемая цена сейчас. Артикул помады 42024. Я вам сейчас покажу эту помадку поближе, как она выглядит. Вот так выглядит сама помадка. Это у нас оттенок называется летний коралловый, очень красивый оттенок, девчонки, он не полосит, он не выбеливает губки, то есть то, что надо, потому что вот есть некоторые коралловые помадки в компании Faberlic, они грешат тем, что либо выбеливают губы, если у вас пигмент губ сам такой, что вот не очень дружит с коралловыми оттенками, но это, девчонки, помада просто классная. Вот так она выглядит, покажу вам ее поближе. Красивый оттенок, сочный, переливается. Аромат все меня устроило, поэтому я довольна и даже думаю, что, наверное, возьму для себя на лето в запас еще один такой оттенок помады. Ну и, конечно же, девчонки, сейчас у нас в каталоге по акции идут помады 100% цвета и объема. Вы знаете, я долго-долго смотрела и в последний момент все решила, что закажу еще два оттенка помады из серии 100% цвета и объема. Эта помада представлена на страничке 121. И у нас идет тоже хорошая акция. Любые два оттенка помады можно взять по 139 рублей каждый в ценах каталога. Но, конечно, для консультанта цена вышла, ну, в районе где-то 100 рублей. Так что я считаю, тоже в магазине, девчонки, вы вряд ли найдете такого шикарного качества помадку. И я решила взять для себя два оттеночка. Первый оттенок, который хочу вам показать, это артикул 41059. Называется он сливочная ириска, по-моему, так. Сейчас, девчонки, гляну, точно скажу вам название. Да, сливочная ириска. Очень красивый оттенок. Я люблю такие оттенки. Посмотрите, как он выглядит. Он, вы знаете, такой вот какой-то немножко как, даже не знаю, как описать. Такой вот и какой-то, как и красноватый, розоватый, но очень красивый. На губах смотрится красиво. Помада мягкая. Вот так вот смотрится оттенок сливочная ириска. Мне идут такие оттенки. Это у нас не холодный, теплый оттенок. Поэтому кому идут такие оттенки, на губах смотрится натурально. Прекрасно освежает. Поэтому довольна, что заказала этот оттенок помадки. Уже давно на нее поглядывала, хотелось ее прикупить. И вторая помадка в артикуле 41047. Это у нас называется оттенок ягодный шейк. Этот оттенок, конечно, уже такой, вы знаете, он ягодно какой-то вот немножко малиновый. Этот оттенок потемнее, поэтому этот оттенок хорошо подойдет, вот я считаю, ну, наверное, больше на осенний период времени. Хотя тоже под наряд можно использовать. Очень красивый, благородный оттенок. Он такой
такой вот немножко вишнево-коричневатый. И вам сейчас покажу тоже, как он смотрится у меня на руке. Девчонки, сводчи, конечно, по сводчам понять тяжеловато, но все-таки посмотреть примерно можно. Так, и вот так вот выглядит оттенок. Это у нас ягодный шейк. Он немножечко темнее, как вы видите, уходит такой вот вишневый. Но тоже он спокойный, благородный, смотрится на губах он не таким вот, вы знаете, каким-то вульгарным, или он не старит этот оттенок, поэтому я осталась тоже им довольна. И когда вот под какой-то наряд или в холодное время года его тоже можно использовать, отлично подойдет. Много здесь красивых оттенков, но помад уже много, поэтому самое главное вовремя остановиться. И последнее, девчонки, что было в третьей части моего заказа. Сейчас бонусом за покупку из серии Гардерика можно приобрести DD-крем. Я не знаю, куда смотрели мои глаза в первой части заказа и во второй части заказа. Почему-то я его пропустила, но может потому, что у меня еще есть в запасе средства. Но все-таки решила в последнем заказе, что пока такая копеечная цена, выходит он очень бюджетно. Продукт, девчонки, шикарный, достойный. Поэтому возьмите его. Вы знаете, я когда взяла первый, я его не совсем поняла, он у меня долго лежал, но затем, то есть где-то, наверное, с полгода я им пользовалась очень редко, но в прошлом году я его взяла с собой на море, и он меня там просто спасал, я осталась довольна. Во-первых, девчонки, здесь SPF фильтр 30, что очень хорошо, если вы пребываете на солнце, если вы купаетесь, но если вы... Но все-таки, когда мы ходим на пляж, то мы используем мало косметики, но все-таки хочется выровнять тон своей кожи, выглядеть все-таки как-то более такой вот свеженькой, отдохнувшей, поэтому продукт очень достойный и для использования в летнее время подойдет отлично. Это у нас мультиактивный универсальный крем высоких технологий для тех, кто мечтает добиться максимального эффекта с помощью одного средства. То есть это совершенный крем, который выполняет все обязанности, выравнивает тон и поверхность кожи, противостоит пигментации, борется с морщинами, придает коже тонус и упругость. Ритуал 8 капель красоты. Шаг 1. Всего 8 магических капель DD-крема, нанесенные на лицо, преобразят вашу кожу за несколько секунд и на весь день. Инновационная текстура DD-крема легко распределяется на коже, не закупоривает поры, подходит для всех типов кожи, что, конечно, тоже очень актуально. Девчонки, светит солнышко. У нас уже, наверное, не знаю, целую неделю льют дожди, а это наконец-то вышло солнце, теперь, ну, прошу извинения, что немножечко может быть ярковато. И у нас здесь удобное нанесение, так как тюбик с носиком, и очень экономично он используется. Да, действительно, на самом деле это так. Здесь его 25 миллилитров. Как же его наносят? Ежедневно наносите DD-крем на очищенную сухую кожу лица, так же, как ваш обычный дневной крем. Вот, девчонки, самое главное, что его можно наносить, даже не используя дневной крем. То есть летом, когда не хочется перегружать свое лицо, можно нанести этот продукт, и с помощью одного продукта он будет вам служить и как дневной крем, и будет служить вам также, как и хорошее тональное средство. Так что продукт достойный, поэтому советую вам всем его, кто не пробовал, взять покупки. Что же у нас здесь в составе? В составе микронизированные пигменты, которые не закупоривают поры, особым образом преломляют цвет, мгновенно выравнивая тон и поверхность кожи. Также здесь содержатся стволовые клетки гордении, которые дарят жизнь клеткам кожи, стимулируют синтез коллагена, уменьшают его разрушение, защищая кожу от потери упругости, снижают проницаемость капилляров кожи, укрепляют стенки сосудов, выравнивают тон кожи. SPF 30 надежно защищает образование пигментных пятен, вызванных солнечным излучением. И содержится здесь у нас, девчонки, кислородный комплекс Навафтем, а также кислородный комплекс Аквафтем. Навафтем у нас помогает доставлять кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию, усиливает действие всех кремов. То есть Навафтем и Аквафтем помогают коже дышать и помогают коже усваивать все питательные вещества, которые содержатся в данных продуктах. Но солнце совсем слепит. Ну, девчонки, извиняюсь. Сейчас я покажу вам, как выглядит сам крем. Я, конечно, может быть, кому-то что читаю на обратной стороне, кого-то, может быть, уморила немножко, но, девчонки, этого в каталоге нет, поэтому хочется прочесть для того, чтобы вам было понятно, что же это за продукт. Вот так выглядит сам крем.
такой вот симпатичный узкий тюбик. И вы знаете, я еще основное вот самое, что забыла сказать, переживала, что раз продукт идет бонусом за покупку, раз такая дешевая цена, то может быть там, ну, сроки годности не совсем такие вот, что подходят уже к концу, или может уже там год крему, но ничего подобного. Девчонки, продукт произведен 17.03.16, то есть продукт свежайший. Не знаю, вот будет видно вам или нет, вот так попробую прям близко-близко показать, чтобы вы увидели, что я не обманываю. Вот 16 год, 03 месяц, чтобы вам было хорошо видно, что продукт свежайший. Поэтому, конечно, это тоже очень порадовало, что за такую шикарную цену можно приобрести такой вот достойный продукт. И вот так он, девчонки, выглядит этот продукт. Так, попробую разнести вам на другую руку здесь сводчи. Так, и вот при разнесении он очень легкий. И как вы видите, что он прекрасно, девчонки, выравнивает тон кожи, прекрасно освежает. То есть можно использовать летом его один, если вы днем где-то вот находитесь на солнышке. Вот посмотрите, как выглядит кожа. Кожа, видно, что здесь светоотражающие частички, которые вот преломляют. Кожа будет выглядеть у вас более натуральной. Аромат такой же, как у всей серии Гардерика. Вы знаете, поначалу мне как-то аромат казался таким вот, ну, каким-то рисковатым. Но я пользуюсь этой серией, уже привыкла. Мне очень нравятся продукты из этой серии. Поэтому, девчонки, когда будут у вас карточки «Твой бонус», то, конечно же, воспользуйтесь ими. Возьмите на пробу себе продукты из серии Гардерика. Я думаю, что вы не разочаруетесь и будете очень довольны этой серией. На этом, девчонки, был весь мой третий заказ по 6-му каталогу. Теперь будет заказ по 7-му каталогу. Я думаю, что покажу вам, что же я заказала в 7-м каталоге. Уже очень много хочется приобрести, много хочется чего попробовать. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. С вами была Виктория. Пока-пока, девчонки. До свидания. До новых встреч.